Периодически я советую вам работать со своим отчетом. Когда это нужно делать? Это нужно делать один раз в неделю, обязательно, как минимум, и в конце месяца, когда вам нужно понимать, что у вас происходит в структуре, какие новички у вас не сделали свои заказы, какие новички не добрали какое-то количество баллов, чтобы получить подарки или чтобы выйти на новый уровень, и смотреть, что происходит, все ли заказы проведены, не забыл ли кто-то проплатить заказ, потом прозвонить каждому и напомнить. Вот, например, вы заходите в отчеты, самый нужный вам отчет, это самый последний отчет по активности структуры. Нажимаете «Сформировать отчет» и отправляете его на свой электронный адрес. Ну, я, чтобы не терять время, уже зашла, открыла этот отчет, он пришел ко мне на почту, и вот так вот он выглядит. То есть здесь вы видите номер дистрибьютора, который у вас в структуре, видите, самый первый идете вы. Ваша первая линия, вторая, вы можете разделить, да, по первой, по второй линии, например, по возрастанию. Вот, то есть сначала будет идти ваша первая линия и так далее. Вы видите свой личный товарооборот, видите товарооборот ваших людей. И если вы прокручиваете в конец, ну вот у меня он просто длинный уже, у кого-то он покороче, конечно, будет, у новичков особенно. Вы прокручиваете и видите, вы его можете также скачать, кстати, распечатать, как угодно. То есть в конец прокручиваете и видите итоговую сумму. Сейчас немножечко терпения, и они появятся. Итоговая сумма уже близка. Уже очень-очень близка. Конечно, всегда будет много неактивных людей. Это те люди, которые пришли и просто у них нет желания работать по каким-то либо причинам. Таких людей всегда будет много. Это норма в любой компании, в любом бизнесе. Есть люди, которые могут передумать. Ничего в этом страшного нет. Нам надо обратить внимание на наших ключевых партнеров, которые, конечно, будут работать и создавать нам основной товарооборот. Их будет не так много, но зато они будут достаточно качественные. Я не могу никак до конца прокрутить. Вот, прокрутила, даже перекрутила немножко. Что ж такое? Не хочет. Никак. Можно скачать и вот так вот не мучаться, потому что в скачанном виде будет все совсем по-другому, ребята. А пока помучитесь вместе со мной, конечно. Итак, я скачала отчет. Здесь все подробно описано, но основное что? То, что вы на первом месте, видно ваш личный товарооборот. То есть вы понимаете, что у вас происходит сейчас по ЛТО. Вы можете здесь отсортировать ваши уровни. То есть, например, только первый уровень поставить. Да? По первому уровню у вас будет виден товарооборот. Или все уровни поставить. Все. Окей. Сколько создано, подтверждено, включены в заказ и выданные заказы. И итоговая сумма. Вы прокручиваете вниз. И смотрите. На данный момент подтвержденных заказов на сумму 2307 рублей. Включены в заказ. В заказ-бюро 2846. И выданные заказы 96 700. 31 рубль. Итого, сложенная из этих заказов сумма 102 474 рубля.
За что вам стоит побеспокоиться? Вам стоит побеспокоиться, первое, за тех людей, которые не сделали еще этот личный товарооборот. Вы выбираете первый уровень и нажимаете ОК. Я не буду показывать дальше. И просто вы видите, кто у вас сделал с первого уровня заказы, кто нет. И уже индивидуально с ними работать. Потому что это могут быть новички, которые не знают про акции. Не знают про то, что если они сделают, допустим, 100 баллов, они сразу выйдут на первую ступеньку нашего маркетинг-плана. И это их, естественно, приблизит к следующему шагу, к следующей ступеньке. То есть с ними обязательно нужно проработать. Следующий шаг, когда вы проработали со своей первой линией, вы смотрите вот по этой колонке подтвержденные заказы. Это заказы, которые еще не проведены в личном кабинете. И если это конец месяца, нужно с каждым новичком связаться и узнать, почему, во-первых, у него, допустим, не хватает баллов до 100 баллов. Может быть, он не знает, опять же, про акцию. Помочь ему доделать, сделать свое ЛТО. Потом нужно узнать, почему они в принципе еще не проведены. То есть бывает такое, что человек оформил заказ через Евросеть или Пикпоинт или что-то такое подобное, да, адресная доставка. Просто еще не проведены баллы, то есть в конце месяца. Или через бюро какое-то сделано, и человек вам скажет, что держатель бюро проведет баллы немножечко позже. То есть контролировать этот процесс нужно всегда. То есть последний день месяца нужно контролировать, чтобы уже к концу последнего дня все было проведено и не было вот этой колонки. Связаться с каждым человеком. Кто-то, может быть, разместил заказ, забыл проплатить. Ему нужно тоже об этом напомнить. То есть проработайте. И потом, когда вы проработаете со своей первой линией, попросите их сделать то же самое. То есть снять такой отчет, сообщить вам, сколько у них баллов. Вы им помогаете выйти на новый уровень, и они также прорабатывают со своей первой линией. И тогда будет полный порядок. Вот таким вот образом вы прорабатываете. И вы знаете, да, что у вас по итоговым баллам вы выходите на определенный уровень. Если вам не хватает здесь баллов, то нужно их доделать, поработать еще раз со своей структурой. То есть здесь вы видите полностью всю картину по баллам, которая сложена в вашей структуре.